Сегодня у нас в гостях семья Пузей из Верхней Салды и семья Шишкоедовых из Березняков. Познакомимся поближе. Антон и Александра Пузей поженились 13 лет назад. Они воспитывают двух красавчиков-сыновей. Алексею 12 лет, Андрею 3 годика. Супруги работают на ВСМПО «Ависма». Антон – электрогазосварщик, Саша – помощник менеджера. Все вместе они занимаются спортом и любят есть пиццу за просмотром мультиков. А еще любят вечерние прогулки, чтение перед сном и обязательно желают друг другу хорошего дня. Главное в семье, считают супруги, это доверие, уважение, честность и умение слышать друг друга. Артем и Александра Шишкоедовы в браке 1 год, а вот вместе уже 6 лет. Оба работают инженерами-проектировщиками, любят вместе ходить в походы и на сплавы, заниматься спортом, легкой атлетикой и бегом на лыжах. Сейчас строят дом, ведь каждый мужчина должен построить дом, считает Артем. Глава семьи отвечает за вкусные завтраки по утрам, потому что Саша любит поспать подольше. Но при этом Саша радует своего мужа ужином. Главное в семейных отношениях для четы Шишкоедовых – это доверие. Узнаем, насколько хорошо пары знают друг друга. Какую страну мечтает посетить твоя жена? Ответ это было, да? Именно страну. 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 Самое любимое блюдо мужа. Блюдо. Ну, еда, еда. Что ты написал? Каша. Какая привычка больше всего раздражает твою жену? Че, у меня бесит, да? А ты это знаешь. Привычка – это вот твоя привычка. Какой суперсилой мечтает обладать твой муж? И варианты будут? Суперсилы. Люблю себя. Ну, да, вообще, давай чуть-чуть накидай что-нибудь. Тяжело. Так ты мне это покажи. Получилось. Какой любимый цвет твоей жены? А если с ошибками? Твой муж собачник или кошатник? Нарисуй собаку или кошку. Рисовать собаку или кошку. Хорошо. Ну, это кошка. Я больше люблю собак. Какого цвета зубная щетка жены? А у меня 2. Ну, я номер 1 на как. Ну, тогда да. Повторяться, что ли? Вы еще не догадались? Номер 1. Розовая уже. Она голубая. Электро. Как твоего мужа называли в детстве друзья? Я бы сказала сейчас по-русски. Да как? Как? Ну подскажи мне. Я откуда их знаю? Дразнили, тоже не дразнили. Ну вот было. Как меня дядя называет? Все просто. Ну, нет. Вот все просто. Ты че? Какой размер обуви носит жена? Сантиметры. Ты че, правда не знаешь? Угадал. Вы бы знали, сколько у меня. Какая машина мечты у мужа? Ты что-то мало написал.
Блин, я уже сомневаюсь. Опять. Чуть-чуть. Последнюю букву не ту написала.